Hola, amigos, снова вы, снова я и снова Fallout 4. Решила все-таки пройти DLC-шку, тем более, что сейчас делать особенно-то будет в игровом мире нечего. Кстати, ничего себе, дождь, что ли, завезли? Я что-то не помню, чтобы когда я играл, Артура, залепи-ка свою дуло. Что-то я не помню, чтобы когда я играл, тут шел такой крутой дождь. Ну, потому что я, когда играл, еще на GTX 660. На той видяхе заценивать какой-то графоний, ну, можно было лет 5 назад, но, к сожалению, не сейчас. Вот, ввиду, в силу разных оптимизаций. Значит, я... давайте, короче, начнем. Я в загрузках буду задвигать свои диалоги, потому что, кстати, под этой серией в комментах напишите. В общем, такой выбор. Либо в 60 FPS, но, сука, с загрузками постоянными, то есть вышел в локацию, зашел там в дом, все время загрузки. Либо в 30 FPS, но я эту херню тогда уже буду вырезать. Просто рендерить в 60 FPS я не могу. У меня нету отдельного компа для этого рендера. А каждый рендер в 60 FPS часового видео, это часов 5 или 6. Это жесть настоящая. То есть была бы SSD-шка там и суперпроцессор, еще бы куда ни шло. А так, то есть, ну, геморрой в чистом виде. Вдали от дома, значит, прослушай сообщение детективного агентства Валентайна. Давай, значит, радиоактивное... Где тут радиоактивное агентство Валентайна? Вот оно. Отстань. Я рассмотрел, что она негритянка, и передумал с ней разговаривать. Ну, как обычно, субтитры показывают не то, что слушает, я слушаю по радио, а то, что мандят местные горожане, черт бы их побрал. Так, все, к чертям собачьим, господи, заткните это радио. Такое, стой, никакой музыки, один базар, одна болтовня. Вот, честно, до последнего ломался, не хотел проходить DLC-шку, потому что Fallout 4 мне не очень понравился. Откровенно говоря, слабая часть, слабее New Vegas даже. Чего уж говорить про третью часть, которая вообще великая, на мой взгляд. Вот. Не зашел мне крафт, то есть я никогда не хотел быть в игре старостой деревни, блядь, и крафтить табуретки. Вообще отстой. Так, у меня дел полно, кто клиент, рассказывай. Кстати, по-моему, я убил Валентайна в этом прохождении. Точно не помню, что-то где-то он меня расстроил. Короче, я... Я даже не знаю, кто-то хочет слушать английскую речь или нет. Робокоп этим займется, давай. У самого берега там маленький рыбацкий домик. Господи, а ему есть чем нам платить? Что он нам, блин, треской заплатит, что ли? Так, перемещение, насколько помню, отсюда, скорее всего, невозможно, да? Скорее всего, надо будет на улицу выйти. Так, стопы, а где? Маркер-то где? На этом пип-бое разве что разглядишь? Оу, стрелять, колотить. Хорошо, что я у психбольницы побывал. Ах ты, сука, я еще не был в психушке. И в ведьмином музее не был. Твою мать. Ну, понятно. Понятно, да. Вот, я загрузил, короче, то прохождение, где я закончил игру за фракцию «Подземка». Ну, во-первых, во мне проснулся демократ, и я стал резко за свободу. Во-вторых, я просто проебал... Те сейваки, где я прошел за институт, я просто не смог их найти. Хорошо, что нашел хотя бы эти. Но в глубине души абсолютно всем насрать. Все концовки абсолютно одинаковые. Какая к черту... О боже, ну и анимация ходьбы. Какая к черту разница, за кого ты закончил игру. Тут в любом случае придется уничтожать две другие фракции. То есть и в этом и вся разница. Слушайте, очень хочу зайти в психушку и очень хочу посетить музей ведьм Салема. Это две локации, они абсолютно побочные и вроде как нахрен не нужны. По-моему, был у меня какой-то квест, связанный с психушкой и с Салемом. Ну, потому что для меня такие локации в играх, они наиболее какие-то интересные, нежели там какой-то заброшенный говнозавод или заброшенная говнофабрика, которых со времен третьей части просто мерено-немерено в фоллаутах в самых разных. Ты приходишь, там конвейер, там роботы оживают, ля-ля-ля, и ничего интересного. А все-таки в психушках и в музеях там гулье всякое такое, ну что-то более близкое к хоррору, на мой взгляд, то есть наиболее атмосферными и интересными играми я считаю как раз именно хорроры.
Бля, ну и загрузки, ёб твою налево, в натуре, ядрить конем. Короче, пора донат на SSD-шку собирать, я просто в шоке. Ха-ха, это какая-то жопа. Ебать. Не, ну... Вот, аллилуйя, господи. Как можно так криво собрать игру, чтобы она грузилась? Ой, какая на ультрах... Ой, а на ультрах графика-то вообще, ну, неплохая. Но вот этот свет через деревья, он вообще неплох. На мой взгляд, он... Ну, я уже не раз говорил, что... Так, ну давайте в больницу, наверное, сначала, да? Инфозадание. Что там, в психушке есть что-нибудь? О, смотреть музей ведьм. Отдать Шейлфилду ядерколу. Да пошел он в жопу. Я даже не помню, кто это такой. В этом минус DLC-шек, что иногда уже лень возвращаться к игре, когда выходит очередное мега управление. Мега дополнение. Господи, управление тоже мега. Ну, я привык, я все-таки старомоден, я считаю, что игра должна вот как выходить сразу со всеми DLC-шками, сразу вот допиленная. Я небольшой фанат того, что DLC начинают продавать отдельно, не потому что мне денег жалко, если хорошая игра, то можно и купить, но, бля, просто вот проходит реально полгода, и тебе надо снова учиться играть в Ведьмака, тебе снова надо вспоминать это управление Fallout, вот это дурацкое, оно не очень приятное здесь. То есть вот только поэтому иногда просто не хочется. И когда вот сказали, что вышел этот DLC в этот Far Harbor, я говорю, ну вышел, и флаг ему в руки. Говорю, мне плевать, абсолютно не хочу играть. Но сейчас посидел, посмотрел, что ну этим летом игр выйдет совсем мало. Поэтому на бесптичье, как говорится, и Fallout 4 воробей. То есть тут вариантов так-то немного. Придется бороздить DLC-шку Ведьмака и DLC-шку Fallout. По-моему, эти две игры я как раз прошлым летом проходил. Смотрите, год прошел, и они только сейчас допилили. Допилили недопиленное. Но DLC, кстати, тоже бывает, в принципе, разные. Если это большие сюжетные интересные DLC-шки, как в Ведьмаке, там вообще ноль претензий. Но бывают и такие DLC-шки, как, сука... Черномазый, ты как смеешь со мной вообще разговаривать? Бывают такие дурацкие DLC-шки, как в Dead Space, когда просто конец игры отрезали. Ну и такая дебильная DLC-шка, как в первом Dead Island, это просто пипец. За 300 рублей добавили арену в игру. Слушай, а чё они такие залупанистые? Они чё... Вы чё еб... Ох ты, блядь. Походу, они тут директора этой больницы, блядь. Как ударить-то его рукой, блядь? Тут есть удар рукой? На, сука, клинок клинком. А как быстро стимулятор заюзать? Бля, вообще ничего не помню. F1, по-моему. Нет. Да, ёб твою мать. Так, стопы. Это жопа полная. Быстрое лечение. Ну, камон, где оно? Быстрое сохранение, быстрая загрузка. Предметы, карты, переход радио. Бля, вы что, издеваетесь? Бежать, скрытность, прыжок. Ударная атака, левый альт. Прицеливание. Я не вижу, бля, быстрого стимулятора здесь. А, подождите. Бам-бам, давай. Бля, я сейчас в силовой броне просто здесь сдохну, потому что я, блядь, не могу понять. Не могу. Вот о чем я говорю, что, блядь, проходит год, они, блядь, обрадовали своим ебаным дополнением. И чё, блядь? Я вообще нихуя не помню, как в это говно играть. Сейчас мне дадут задание, блядь, скрафтить табуретку. Я буду год его, бля, проходить, ёб твою мать. А, стоп. F1. Нет, F2. F1. Блядь, а как... Как я хотя бы, блядь, открывал эту панельку ебливую?
0, ёб твою мать. Все. Слава богу. Так, это дьякон. Ну, в силовой броне мне, по-моему, уже давным-давно насрать на всех этих наемников. Я их, откровенно говоря, вертел, ёпта, на своих стволах могучих. Чё у меня за пушки-то хоть есть тут? О, вот сколько много патронов у этого куска говна. А, это зажигательный пехоль. Граната у меня нет, что ли? Слушайте, нихера себе, блядь. А чё они такие вообще безумно живучие, безумно сложные? Есть, конечно, немножечко все-таки просадочек FPS в некоторых моментах. Вот он проседает так до 48, что ли. Но я не знаю, как это отразится на... Ёб твою мать, чё закрыто. Я не знаю, как это отразится на записи, если я запарю, скажем так, первую серию. Вы сильно там не говнитесь, короче. Со звуком, в принципе, такая же борода. Бля. Почему-то на колесо мыши здесь не переключается оружие. Переключается камера. Это жесть полная. За управление вообще лайк, ёпта, однозначно. Такую хренотень сочинить. Бля, у кого из этих наемников ключ-то, ёпта? О, глушитель зачем-то. В таком мясном шутере пушка с глушителем нужна так же, как... Я не знаю, бля. О, снайперка какая-то. Ну, шутан тут такой, мясной, конечно, вообще. Тут броня, по-моему, решает больше вопросов, чем любой стелс. Хотя из стелса здесь критический выстрел, насколько я помню, можно наносить. О, псих какой-то помер. Может, тут какая-нибудь отсылочка к Outlast'у есть, я не знаю. Ну, игроделы любят же друг друга. Друг на друга отсылки делать. Или не любят. Слушайте, что это они? А, ну да, это же Fallout. Какие в жопу хедшоты, о чем я? Дьякон, конечно, очень пассивный спутник. Он беспонтовый. Он такой юморной. У него диалоги почетные. А так он говно. Так, у меня новый левел. Счастье какое, господи. Так, местный лидер. В жопу местного лидера. Тусовщик. Никто не умеет так веселиться, как вы. Алкоголь не вызывает зависимости. Следующий дерьмонавык. Это что? Говорящий с пустошью. Станьте повелителем постапокалиптического мира. Наставьте оружие на существо, которое меньше вас порно, чтобы усмирить его. Нахуй его усмирять, если его можно убить. Наставьте оружие на человека, который меньше вас... Бля, охуенное разнообразие скиллов, конечно, я в шоке, бля. И я прям вообще драчу. Всем найдется пример. Разбирая оружие и доспехи, вы можете добывать необычные компоненты. Винты, алюминий, медь. Ну, блин, ну, хз. Тут такие скиллы все, они... Приход без проблем. Бля, аж передернуло от этой фразы. Ну чё, блин, я даже не знаю, буду ли я что-то разбирать на запчасти в этом прохождении. Насколько я помню, я игру оставил в тот момент, когда у меня было все, что нужно для счастья. А давай вот это говно прокачаем. То есть у меня лучшая силовая броня, не самая топовая ее модификация, но сама броня вроде лучше. Вот, поэтому я думаю, что я и так в ней как терминатор, и мне до балды все остальное, что тут что-то еще крафтить надо. И высунулся такой беспалевный, ничего себе. Ты бы еще там, не знаю, за соломинкой спрятался, за какой-нибудь. Ух ты, блядь. В натуре согласен. Son of the bitch, блин. Конченый. Блядь, как его лазером вообще? Да, лазером его не возьмешь, я так понимаю. У меня где-то дробовик был, нет? Бля, такие перестрелки, вот это шутер реально, бля. Для самых, блядь, отсталых, сука, в развитии. Никаких тебе нахуй укрытий, блин, никакой тактики. Ебаш просто из дробовика в упор ему прямо в рыло, ё-моё. И все, и ничего не надо. Я всю жизнь бы играл в такие игры.
И никакого пиксель-хантинга. Так, а все-таки... Что-то я хотел посмотреть, кстати, но забыл. Все-таки как попасть-то, бля, в психушку этого боссу обосранную? Где тут вход там? У кого ключ? Гражданин, у вас как с ключами? Винт, ментаты, бля, это все. Все это говно. У меня этого до хера, помню, было этих винтов, ментатов. Я уже не помню даже, для чего они нужны. Особенно погремушечка. Вот. Помню, что для интеллекта. А нахрена интеллект? Не знаю. Ну, опять уже, возвращаясь к теме вот этих огромных перерывов между DLC-шками и прохождением основной кампании. Так, а чё? Здесь дверь чё, реально одна, что ли? Да, она реально одна, а чё? И она одна, и она закрыта, бля, вообще. Потрясающе. Локация просто мечты. Господи, ну заряжайся ты, залупа-то. Ещё и бег по батарейкам, ё-моё. Я бы лучше вот что-нибудь прокачал такое, что дает бесконечный бег, например, там, я не знаю. Вот это было бы реально, реально полезной штучкой. Куда лучше, чем вот эта вот хренотень там всякая. Наставьте ствол на человека, чтобы его, блин, обезоружить. Его убить можно, его... А, ну опыт, наверное, будешь получать, но не знаю. Намного ли больше, чем за убийство. Там у некоторых... Тем более только тех, кто меньше тебя по левелу. Их убить ты один раз на крючок, на спусковой нажать. Повернув предварительно ствол в их сраную сторону. И все, и адьё. Адьё, амигос. Так. Требуется ключ. А у меня взлом, кстати, последнего левела. И что? Это вообще не роляет тут нихера. Ключ у кого-то из этих местных, походу, ублюдонов. Может, у этого? Он тут, вон, вроде в КПП сидел, не? Короткий, боевая броня. Чё это, блин, бич какой-то. Еще один КППшник шоколадный. Может, и у них был за старшего. Как только закончишь лапать трупы, мы можем идти. Сказал, ну ладно, ёпта, я не буду тут, блин, дрочить 2 года. Искать, как, блядь, войти в это... Сука, богом обосранное, бля, место. Пошло нахуй, короче, эта психушка, блядь. Вообще не понимаю. Ну и чё, и, блядь, и где ключ-то, ёб твою мать? Где он был, в комментах напишите. Мне, конечно, уже похуй. Я возвращаться и, блядь, не буду. Но просто, блядь, мне интересно, в какую жопу этот разработчик, блядь, умудрился его засунуть, нахуй. Наверное, это отсылка к Буратине, блядь, ключу черепахи в озере. Тортила, тортила. Вот как раз, смотрите. В этой луже всяко тортила, блядь, живет. Хуйня какая-то, бля, вообще я в шоке просто. Просто, блядь, приходишь к локации, она закрыта, нужен ключ. А взлом я, простите, на каким хуем качал. Взламывать сраные сейфы, в которых в этой игре лежит одно и то же. Очень, блядь, интересно, очень нам не надо. И что это такое? Это вот это музей салемских ведьм? Ух ты, ебать. Легендарный. Блядь, 2 легендарных. Сука, тут какая-то... Какая-то мина, бля, еще взорвалась. Это, блядь, болотник, что ли, гранатами бросается? Я не понял. Он что, ебанутся? Что? Левые ноги. Давай ему по левым ногам. У-у-у, ебать. Сейчас. Я, оказывается, пушки не перезаряжаются, да? Что-то он куда-то, блядь... Кинулся на утек, смотрите, он пытается убежать. Еще и рейдер тут же, ёпта. Чуть такое, блядь. Взорвалось-то. А, это плазменная граната. Не, мне плазменная не надо. А, осколочная граната, вот что надо. Мне кажется, что этот краб идет бить мусорщика. Не, ну поединок с болотником это вообще, конечно. Это эпик. Офигеть, ссаный рейдер сносит меня в силовухе. Куда мы катимся?
Я стесняюсь спросить. Сука, по-моему, ножик Пикмана это лучшее мое оружие. Кувалды, блядь. Сука. Бля, еле завалили, сука. Чё у меня за арсенал такой убогий? Боже мой, блядь. Стыдно кому показать. Прошел игру, ёпта. О, гибельная перчатка, чё это такое? Увеличение урона болотникам и насекомым. Слышь, ты насекомая, ёпта. Скорость средняя. Ну чё, бля, вес 10. Ну, сука. Чё ж тяжело это такое? Ну это легендарная пушка, надо брать все легендарное тут, блядь, на эскейп пытаться закрыть. Я помню, долго лечился от вот этой вот херни, на отвыкать, закрывать эту залупу на эскейп. Блядь, музей, пошел ты нахуй, далеко очень. Музей в какой-нибудь следующей серии, если вообще кому-нибудь это будет интересно, ну, бля, манал я. Так, значит, надо отключить музей, потому что я сейчас, блядь, по этому компасу я просто заблужусь сейчас к херам тут. А, боже мой, боже мой. Так, там кто это у нас ходит? Ну, не сомневаюсь, что это мирные аборигены. Так, насколько я помню, в силовухе можно прыгать с высоты. Абсолютно. Абсолютно можно. Нет, абсолютно это слишком круто. Ой-ой-ой. А кто это его там? А, вон. Подлетают в воздух те, кто попытался убить когтя. Смотри, нахуя себе. На него там что, с бензопилой попытались напасть только что? Ну их нахер, чувак. Пошли, они когтя смерти завалили. Я представляю, что они с нами сделают. Так, какая-то... Ну, опять вот, смотрите, завод, ёпты. Вон впереди видно локация по радару. Завод. Ты туда придешь, там, сука, рейдеры обоссанные. Ну, слишком, блядь, однотипно. Не хочется связываться. Так, где-то тут рыбацкая хижина на берегу. Чё это там? Клюет, походу, здесь. Лещ. Дикий гуль, где? А. А он светящийся. Я что-то слышал. А вон тут гули прямо из воды лезут, посмотри. Щелк. Щелк. Всю жизнь бы так прокачивался, конечно. Так, избушка-то наверху, походу, где-то, да? Ничего, она, ёпта, она за вообще за пределами карты где-то в жопе. Она наверху или на берегу? Давай по берегу, я, бля, впадло назад забираться. Жаль, а что там этот гуль-то в бочке трется? Пиздец, я по нему что, не попадаю, что ли? Или по нему дамаг такой великий заходит? Вот, да, дамаг великий, понятно, ладно. Гулёныш, живи, ну тебя в жопу. Нахер убивать его полгода, походу, нужно. Так, да, все нормально, прямо по курсу здесь. Но это не первый раз, когда вот в этой части можно выйти за пределы карты, конечно, уже такое бывало. Ничего супер нового в этом нету. Какие-то поплывки, бля. Вот, сука, время суток стемнело, и хоть ты высрись. Надо искать, сука, это, койко-место, чтобы заночевать. Это, конечно... Реализм, перешедший в анонизм. Ну, потому что ночью ходить тут вообще не круто. Просто ничего не видать. Вот она, маленькая. Ты говоришь? Где моя дочь? Где моя дочь? Вот эта маленькая избушка, это двухэтажная избень. Отличный дом, правда, стекол маловато. Так, надо убрать пушку, чтобы они не испугались.
Блять, что это было-то? I'm sorry, but we don't have time for visitors or caravans or wherever you from. Дочь пропала, детективное агентство Валентайна. Я пойду. Куда пойду, ёпта? I'm with Valentine's Detective Agency. You asked for help. Oh, thank God. You have to get working right away. Как вы познакомились? Ебать, что за дебильные вопросы? Ну давай. Ступить так по-крупному. Ran with him on one of his cases a few years back, searching for some sort of lost heirloom. He needed a boat. Things didn't end well. Nick's client double-crossed us once we had what he was looking for. I still have some lead lodged into my hip. But we got out. And now, my daughter's missing, and there's only one detective agency I know of in the Commonwealth. Давай к делу. Let's just get this over with. It all started with this damn radio. Our daughter Kasumi likes to fix Kasumi. Наша дочка Kasumi. Her latest project. Until she made contact. А, не азиаты, понятно. Вероятно, монголы. She's not a child anymore. Our daughter is 19. She knows how to survive and she's capable. I think maybe she захотела пожить. Мне кажется, эта Kasumi станет новым спутником, ёптать, в конце. Тут, походу, все DLC-шки на спутников. Я уже посмотрел, что DLC про робота, блять, и вам дадут спутника робота, обалдеть. Ладно бы тут можно было и нужно было армию собирать, знаете, чтобы, короче, там, ну, одному типа сложно, набираешь себе отряд, блядь, человек в 10, тогда попроще, но нет. Это не моя проблема, попросить денег, нахуй мне ваши крышки. Я же рыцарь, я всех красивее. У меня один вопрос. Кто тебе кожаные, блядь, заплатки поставил на тканевую рубашку? Ой, ё-моё. Рэй Накану, Кензи Накану. Ну, у вас имена, сплошная экзотика. Да, у меня есть вопрос, как у нее жопа, как у нее там тити-мити. Нормально, не? Есть смысл искать-то, ёпта. Может, вам новую проще заделать? Моя дочь сильная, собранная, осторожная, независимая женщина. А может, у нее там, бля, любовь какая-нибудь? Рассказывайте. Именем закона. Судья Дред приказал на. It's just that we've been fighting a lot more. All of us. Ever since Kasumi's grandfather. С тех пор, как умер ее дед, на котором мы сливали всю свою злость. Нам не с кем было стало сраться, мы стали сраться друг с другом, короче. Now I wonder what she was up to. Теребонила, наверное, что она там делала? Смотреть лодочный домик. Все, давай, я пошел. Nothing else right now. Hollywood needs hero right now. Absolutely. Так, лодочный домик. Где у нее лодочный домик? Еба, это лодочный домик. Да это яхт-клуб настоящий. О, вон сортир. У них даже сортир уличный здоровый. Посмотрите какой. Двухместный, наверное. Можно сразу вдвоем срать и вести светские беседы. Еб ты, остряк хуев. Лопата. Стелс-бой включить. Так, приступим к осмотру. Детектив Дьякон. Хирургическая пила. Так, она кого-то здесь разделывала. Хирургическая пила и разводной ключ. Она кого-то здесь разводила и пилила потом. Возможно, их дочка не такая хорошая девочка, как они думают. Большая мензурка. Чудо-клей, который она, вероятно, здесь нюхала. Компьютер сожрали вирусы. Картина с маяком. С Маяковским. Бля, остряк вообще прям прет. Это что у нас тут? Вот этот пароль мне нигде не пригодится. 079-58-16. Дьякон, ты запомни, короче, мне впадлу записывать. Еще снова тот же пароль. Жопароль. Нифига, электролодка. Как она, бля, ничего себе.
Такая посудина как-то вообще работает. Так и что я должен найти-то здесь чем-то? Стул 35? Давай сядем на стул 35. Для этого мне придется выйти, конечно, из моей наноброни. Стул 35. И чё? Хуй ты не садишься-то? Чё за... Чё за ёпта, блин? Чё ты... Ты чё делаешь? Садись на стул 35. Ладно. Видимо, моя жопа слишком хороша для этого сраного стула. Так, я не могу подойти к этой обдолбанной аппаратуре. Вообще ничего не могу тут поделать. Тут просто, на мой взгляд, ничего. Записка дедушки. Сейф сложный. Но давайте сначала оберем эту туповатую семейку, которая, блядь, держит сейф с ценностями в лодочном домике и думает, что... Да, сука. Блядь, где бы волшебную отмычку найти? О. О, о, все, дело сдвинулось с мертвой точки. Так, моя дорогая Касуми, если понадобится отпереть сейф, ответ ты найдешь здесь, в лодочном домике. У тебя перед глазами должна появиться картинка с любовью дедушка. Не знаю, на что намекал этот старый дурабецл. Картинка должна появиться, какая, ё-моё, вот это что? В рамке был спрятан ключ. Блядь. Ну и подсказка, дед. Просто для лохов. Тут кто угодно мог прийти и просто выгребсти ваш сейф, обобрать вас до нитки. Это как я маленький, когда, блин, гулять как-то раз пошел, а ключи, знаете, в 90-х... как-то сказать-то, копий, короче, не понаделать. Ну, ввиду естественных, блядь, причин. Таких как... бабло, например. И в итоге на семью там, из, не знаю, из 3-4 человек было всего 2-3 пары ключей. Ну, короче, не хватало. И оставляли у соседей там ключи, когда уходили. И записочку такую на звоночек. И я как-то, блядь, закинул ключи на вытяжку и написал записку, что типа, мама, папа, ключи на вытяжке справа от вас. Они говорят, блядь, ты прикинь, дурачок, ёпта, если кто-нибудь другой прочитал, гений юный. Ай, твою мать. Надо было сразу нажать на прослушку. Это в разном лежит? Голозапись Круза. Кастильо, яма. Шейлы. Блять. Ну все, началось в колхозе утро. Прослушать последнюю голозапись Касуми. Ну. Тут квестовые предметы в одну колоночку не догадались сложить? Конечно, блядь, не догадались. Ну и чё, как она называется-то? Ку-ку, блядь. Какой нахуй ку-ку, ёб твою мать. Лунатика, мусорщика, блядь. Где эта дедовская хуйня? Бля, боже мой, ёб твою мать. Это полный пиздец. Проще, по-моему, блядь, с контрольной точки загрузиться и еще раз к этому сейфу подойти, чем найти вот это гов... Вот в этом, блядь, вот в этом куче вот этого говна, блядь. Они даже, понимаете, они даже не пометили, блядь, не догадались пометить вот квестовый предмет из этого, блядь, ебаного списка. Им вообще похуй. Ты как хочешь, ебись, мы тебе вот задание дали, блядь, иди ищи. Где тут нахуй эта записка этого, блядь, долбоеба, сука, конченого старого, блядь, мудака. Блядь, ну чё, ну чё это, блядь, вот кто нахуй так делает? Ну чё, это нормально, что ли? Ну хуйня же ебаная, ну пиздец. Блять, какой Касуми, где ты нахуй? Как тут поиск-то сделать? Сортировать, блять, давай сортировать. И чё за нахуй за сортировка такая охуенная, блять? По алфавиту, что ли? Ёб твою мать, хуительно. Давай, блять, короче, нахуй, по порядочку. Отлично, все, пиздец, начинаем. Так. И, блять, ёбаный. Выкинуть, выкинуть, выкинуть. Блять, нельзя.
Нельзя, нельзя выкинуть. Байки торговца, не знаю. Бля, журналы можно выкидывать или нет? Я вот не знаю, они вроде денег стоят. Заборы, блядь. Журнал заборы. Охуенно, наверное, интересно. Чтиво, вопрос пиздец. Модель мистер помощник, блядь. В очкосе. Ну, сука, у меня сейчас просто ядерный взрыв, блядь, в жопе нахуй произойдет. Я, блядь, не знаю. У нас тут второй Чернобыль, блядь, в Питере будет. Когда спросят, у кого бомбанул, скажете, да вот, блядь, чувак, нахуй, текст. Блять, квест нахуй пошел проходить и просто, блядь, не нашел ебаную голозапись, блядь, в инвентаре, потому что там просто, бля, пиздец, сколько всякого говна, нахуй. Круза, блядь. Может, ты Круз, нахуй? Как его звали-то, деда этого, блядь? Касуми это имя, да? Золото, кобальт, ёптую, наверное, чуть такое здесь лежит-то. Скриптора, блядь, пошел нахуй. А вот, ёбнуться можно. Ну, никак не пометили, просто на отъебись. Какого проекта, блядь, чё она делала? О! Якон, радуйся, ебать, твоих спасать идем. Заебанцев этих синтетических задолбали, бля. Может, она синт? Так, эти, блядь, узкоглазые что-то нам не договаривают. Дьякон, доставай, блядь, ружье. Ну-ка, пойдем, проведем допрос с пристрастием. Они что, наебывать меня вздумали? Совсем попутали, что ли, говноеды? Поговорить с Кэдди. Ну и все, Кэдди. Чик-чик. Где дверь-то у них, ёптвою мать, понастроили по своему фэншую? Все, пиздец тебе, лысый. Продвигается расследование, бля, руки вверх, твоя песенка спета. Фар Харбор. Касуми человек. Вы уверены, что ваша дочь вылезла из вашей жены? Касуми went. A place called Far Harbor. She went that far up north? God, that explains why she took the boat. There's no time to waste. You have to go after her. Wait, did you find out why she left, detective? Who she was speaking to? Хорошо, что у меня фонарь включен. Смотрите, герой поворачивается на них. И мы видим их нормально. Don't you want to know if she wants to be found? You're right, detective. Did you find any clue to why Kasumi left home? Да, потому что она пошла покакать и высрала из жопы пару батареек. В ее душу, блядь, закрались охуенные сомнения, короче, и она пошла узнавать, кто она. What? That's crazy. She's not a sin. She's our daughter. We raised her. I gave birth to her. А вы уверены, что вы не родили трансформера? Вы уверены? Синты тоже люди, я еба. Бля, ничего смешнее не слышал. Ее подменили. Может, она запуталась? Может, ее подменили? Синты так. Это институт так делал, а не синты. Someone twisting my daughter's mind. You have to get to Far Harbor. Take my ship on the dock. It has a guidance system. A final gift from my father. And it's built for distance. Да я видел твою лодку, для какого дальнего плавания, ёпта, я даже на середину лужи на ней бы выгребсти побоялся. Что меня там ждет, блядь, что меня там ждет? Гули, блядь, да рейдеры, что там еще может ждать? Thank you. Fuck you. But here, please take it. I insist. For expenses, if nothing else.
300 крышек, блядь, на какие расходы? Даже шлюху, наверное, за 300 крышек не снимешь. Да, Диакон? Так, где тут лодка-то, блин? А, вот эта лодка. А, ну это нормально. Я уже думал на той посудине, которая там в Сараюге стоит. Ничего себе тут. Чуть такое. Блин. От балды каких-то механизмов понарисовали. Диакон. Мы отправляемся. О, да ладно. Она еще плавает. Офигенно. Я... Ой, киса. Сука, где пистолет, блядь? Ладно, меня девочки смотрят. Не хочу, чтобы они перестали меня любить. Диакон. Диакон, блядь. Давай назад, Диакона забыли. Ёб твою мать. Диакон, братан. Есаул, Есаул. А, что ж ты бросил Диакона? Послать нахуй не поднялась рука. Так, а кто-нибудь смотрит вперед, куда мы плывем-то? О, там вообще ничего не видно. Блять, еще и окна-то какие. Ничего не видать вообще. О, все, вижу. Ничего себе тут туманище. Сейчас сори, на рифы налетим. Тут эта лодка хоть это... Днище-то это... Фарватер-то хоть, блин, сканирует там, я не знаю. Бля, ну это целый город здоровый, ну, ёпта. Вдали от дома выполнено. Плюс 496 очков халявного опыта. Фак е. Блин. Так, дай-ка я оставлю здесь свою броню, потому что мне кажется, что... Да, конечно, блядь. А где же мне ее оставить, чтобы... Цыгане, чтобы не угнали броню-то мою, броньку мою. Бронечку. У меня батареек-то просто не бесконечное количество, и я боюсь в каком-нибудь замесе остаться без... Как это работает? Магия. Чую магию здесь. Блять, боже мой, в каких мучениях умерла эта рыба, посмотрите на ее глаз. Мне всегда почему-то с детства жалко вот эту рыбу, которую поймают и бросают на газон, чтобы она умерла. Неужели нельзя ее там по-быстрому ее прибить? Че он там прыгает, извивается? Здорово, смугленькая. Чувак, у меня такой же, такая же ствол, только прокачанный. Ну, так что натяни поглубже свою пидорку и вали отсюда, хрена слины. Бля, пиздец, на человек с каким-то говном в руках быкует, бля, на человек в силовой броне. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то, бля, рыбакопа... На рыбакопа быковал, я нет. Ну, ниндзи только. Но они тоже были роботы, это не считается. Я не буду отчитываться. Far Harbor, колония синтов, я ищу Касуми. Some sort of detective, huh? Well, she came through here, all right. Все, поговорили, что ли? Damn it. Mariner's incoming. Морячка. You. Help us defend the town, and I'll answer any questions you have. Защитить город? Top of the wall near the main gate. The hall never lets us down. Now follow me. Корпус. Какой корпус? Что-то тут нездоровое, слышишь, Диакон? Какая-то морячка. Наверное, Газманов с концертами. Ты морячка, я моряк. Надо не пустить Олега в город. А то он себе все ясные дни заберет. И чё? Чё, в кого стреляем-то? Вон, я вижу, кажется. А, это наши. Осколочная мина. Джаред Грэшем. Морячка.
А кто тут морячка-то? О! Ой! Мама! О, нифига! Заглот! Глубокий заглот! Погоди, заглот, сейчас у меня тут где-то... А, где-то у меня были гранаты, по-моему, что ли. Так, криогенная граната. Крышка мина, криомина, бля, вообще. Плазменная граната. Релейная граната синтов. О! Синты ко мне? И где? А, вон синт. Только он враждебный, потому что я, блядь, не за институт прошел. 20-ка опыта за заглота. По-моему, в этой игре сильно заглот недооценивают. В наше время хороший. Хуй найдешь. Бля, какой мерзкий тип. Так, ну чё, ёптать. Кто меня двигает? Ты чё, попутала что? Я смотрю, пидорка в вашем городе, блядь. Популярный головной убор. Чё-то, откуда гранаты летают? Дьякон там, блядь, с кувалдой рубится. Ладно, дьякон, давай покажем этим, блядь, деревенским, как мы тут вопросы решаем, блядь. ОМОН заглот. Ёпта, а дамаг-то где? О-о-о. Ничего. Опа-на. Где у меня дробовик? Вот он. Я думаю, что эти заглоты силовую броню вообще никогда не видели. Чё, тварь, о, блядь. Бля, ничего себе. Хилочки-то улетают. Блядь, косорукий-то, блядь. А, все, смотри, местные тоже вон вышли. Они ждали того лидера, который поведет их в атаку, а не будет отсиживаться в обороне. Дамы и господа, голосуйте за меня на следующих выборах мэра. Ёб твою мать. Удильщик какой-то. Вы что, ёбу дали? Какие нахуй еще? Вот эта пушечка, она, конечно, решает вопросы, блядь. Только патронов маловато. Вот эта пушка ни хера не решает вопросы, поэтому патронов до хера. Радиоактивная кровь, мясо удильщика. Мудильщика мясо, господи. Ядерный материал, внутренности заглота. Так, надо где-то руку починить тут, мою кибер. Выживший. Ха, блять, вы уверены? Что-то этот выживший, по-моему, не выжил. Как и этот. Хуй знает, может, они спят? Давайте верить в лучшее. Туман, твари, и чё, ёпта. Радуйтесь, что когти смерти не прибегают. Я их хуже видел. 275 крышек. Вы чё, издеваетесь? Туман. И не пройти нам этот путь в такой туман. Ёпта. The deep fog that are hard fallout, and as deadly as that is, that's only part of the problem. Things live in the fog, thrive. You think what attacked the harbor's bad? Oh, there's far worse further inland. Бля, и чё вы отсюда не переедете? You've lost the whole island? Oh, the fog's been here forever. There are good years when it recedes and the island's almost normal. Then there are times when it spreads all over. По-моему, я вижу у нее во рту признаки цинги последней стадии. Now, Far Harbor's one of the only places left that's safe. Всем сейчас тяжело. Must be tough. Ornery, more like. I'm done cowering behind your damn hull, Avery. Time you let me deal with the real problem. With the right people and my guns, I can end those children of Adam cultists for good.
Детьми Атома? The children didn't make it. Before the rat eaters came, the fog was under control. They come, and it all goes wrong. It's time we do something. No need to burden the stranger with all this nonsense. Убейте детей Атома. Бля, вообще. They're religious folk. Worship the power of Atom. Да видели мы этих детей Атома, бля. Те еще ебаклаки, бля. Мамкиными дуршлаками обвешались и ходят там по воронке. Now that's enough. That preacher came into the harbor saying that it was Adam's will that we lost our land. That it was Adam's goddamn will that we lost so many friends and family. And that the Atom would wipe this whole place clean of us. If it were up to me, you'd hang for what you did to that preacher, Alan. Я бы тебя повесила. Наверное, на рее, да? Проповедник, тумана стало больше. Absolutely not. Absolutely. Geiger counters don't lie, Avery. The fog's gotten more lethal year over year. And now the fog's covering the whole island. But only after the children came. You know as well as I do, that's happened before. Sure, people have theories the children are involved, but no one, and I mean no one, has proof. Убейте детей Атома. Alan pulled a gun on him. He claims the preacher reached for his. We don't have police, or really any law, just custom and popular sense. У вас правят обычаи, как это мило. It was abundantly clear doing anything to Alan would have made matters worse. Убейте детей Атома. Can we get back to business? Sorry for all. Он бы еще сказал, ладно, заебало, давай чем-нибудь другом. She headed inland to the synth refuge, Acadia. Getting there will be dangerous. You'll need a guide. Old Longfellow. No one knows the fog like him. But word of warning, he's a bit of an acquired taste. Да. Если я к нему не привыкну, он привыкнет к моему стальному сапогу в заднице. What's old Longfellow's story? He's the best hunter on the island. Fearless. Some say crazy. If someone needs to get to Acadia, he's the only one that'll do it. Acadia. But people around here are known for being stubborn, willful, and other less flattering things. But Longfellow's got a reputation even among us. Короче, старик, походу, не слабо ебанут на всю голову. Thanks for the info. За наводку. Best place to look for Longfellow's at the bar. Бар последний привет. And, please, lend a hand around town if you're able. Морячки, Кэсси, другим жителям. People like the Mariner and Cassie and others need help. And let me say something you might not hear again. Да я, блядь, знаю, что вы сейчас скажете, блядь. Скрафти нам турель, еще какое-нибудь говно. Тут хоть станция силовая есть. Мне надо починить мой... Блядь, дьякон. Ёб твою мать, оденься. Бля, вот я когда вижу вот эти весы, я сразу вспоминаю, знаете, эти... Старые-старые недобрые магазины. Пережиточки древности. Ладно, чуваки. Будем разбираться, короче, в следующей серии. Что тут, кому помогать, кому не помогать. Лодка моя еще на плаву. Можно всегда отсюда свинтить куда-нибудь. Что тут, карта-то большая. Нихуахуа. Нихуахуа. Хуахуани. Не, в общем-то... Да не, блядь, нормально такая. Но на пару дней геймплея, походу, сделаем. Ладно. Разберемся. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все дела.